Здравствуйте! Вас приветствует канал Ренбулум ТВ. Сегодня в нашем видео я покажу, как сплести вот такой вот браслет на нашей вилке плетением Sunrise. А также на нашем канале продолжается еженедельный розыгрыш наборов Ренбулум среди подписчиков канала. Для участия вам нужно просто быть подписчиком нашего канала и оставлять комментарий под нашими видео с пометкой «Конкурс». В тексте комментария нужно написать свое имя и текст. Я участвую в конкурсе от Ренбулум ТВ. Победителя определяем каждую субботу, выбирая случайный комментарий под нашим видео с пометкой «Конкурс». Всем удачи! Для нашего браслета Sunrise нам понадобятся резиночки розового и желтого цвета, также вилочка и крючок. Итак, берем первую резиночку желтого цвета, делаем 3 оборота на правом столбике зубчики, на левом зубчике делаем 2 оборота, теперь захватываем 2 оборота, оттягиваем на все 2 зубчика. Средние зубчики у нас не проплетаются. На эти 2 зубчика снимаются. Одеваем желтую резиночку сверху. 3 оборота мы захватываем крючком. Оттягиваем. Так вот оттягиваем и в серединку. Теперь берем розовую резиночку, одеваем на 2 зубчика и снимаем вниз резиночку, которую мы одевали в 2 оборота. Также в серединку. С левой и с правой стороны. Вот так вот. Теперь одеваем резиночку желтого цвета и одеваем резиночку розового цвета. И снимаем 2 нижние резиночки в серединку, с левой и с правой стороны. Важно, чтобы было посерединке у нас розовые резиночки. Сейчас мы распределим немножко вот так вот. Теперь вводим крючок под розовую резиночку, захватываем левую желтую резинку, протягиваем через серединку и одеваем желтую резиночку на левый столбик, зубчик. Так же самое мы проделываем и с другой стороны. Мы вводим крючок под розовую резиночку, захватываем желтую правую резиночку и оттягиваем, одеваем на правый столбик или же зубчик. Берем желтую резиночку, одеваем на 2 столбика, 2 зубчика, снимаем эту резиночку в серединку. Далее мы берем розовую резиночку, одеваем, также снимаем по 2 резиночки. И начинается наша последовательность, которая продлится до конца нашего браслета. Продели через серединку розовой, желтую. Теперь с этой стороны также желтую вытянули. Одеваем сверху желтую резиночку. Эту желтую резиночку мы отпускаем в серединку. Теперь розовая резиночка и нижние резиночки пара. Теперь вот так. И с правой стороны также под розовую захватываем желтую, вытягиваем наверх и на правый столбик. И сверху желтую. В серединку спускаем резиночку. И вот такой вот у нас браслет Sunrise получается. Так плетем до конца нашего браслета. Наш браслет. До конца. Вот такой вот у нас получился наш Sunrise. И будем его заканчивать.
На наши вилочки сейчас три резиночки, поэтому мы будем сокращать их. Мы справа и слева снимем по две резиночки, просто отпустим серединку. Вот так вот. А желтую резиночку просто оденем на левый зубчик. Затем захватим две резиночки, оттянем на 4 зубчика. Вот так вот. Возьмем клипсу, проденем 2 резиночки на клипсу и снимем с нашей вилочки. Здесь мы тоже на первую резиночку одеваем нашу клипсу. Вот так вот. И наш санрайз полностью готов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте наши видео.